имя Иисуса Христа. Благодать Иисуса Христа сейчас сходит на этот город, в этот портал. Новая сила, новая слава. Отрываются сейчас люди от этого мира. Бог, отделяй сейчас мертвое от живых. Мертвое от живого. Бог отделяет. Прямо сейчас Бог отделяет мертвое от живого в твоем организме. Отделение. Мертвое от живого. Таких молитв еще не было. Иисус пришел расстелить. Но сейчас ясность приходит в твое сердце, в твой дух. Мертвое отрывается от живого. Во имя Иисуса Христа физическая боль отрывается от живых клеток. Вырывается сейчас одиночество. Входит свобода от рабства, от зависимости. Прямо сейчас здесь приходит свобода. Новый уровень служения. Церковь Сайон. Прямо сейчас Он делает тебя инструментом своим. Пойми, чтобы построить церковь, Ему нужен кирпич. Ему нужна твердость. Бог не будет церковь строить смертвятин. Отделение. Мертвое от живого. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Силой и власть. Силой и власть Иисуса Христа. Мертвый отделяется сейчас от живого. Это происходит в духе. Это происходит на духовном уровне. Будет свет. Будет жизнь. Будет новое прикосновение Бога. Твои ноги сейчас. Твое сердце. Твои руки оживают. Для Его славы. Для Его организма. Для Его организма. Открываются новые таланты. Новое посвящение. Стены рушатся. Твоя цена аннулируется прямо сейчас. Иисус подходит и срывает. Разреши Ему. Разреши Ему залить тебя своей кровью. Твое поколение, твоих детей. Это как заноза. Организм ее выталкивает. Сейчас твои внутренние процессы, они будут убирать завтра все инородные существа и тела. Восстановление семьи. Восстановление семей. Восстановление любви. Восстановление радости. Восстановление отношений. Восстановление отношений с Богом. Посвящение Его делу. Дело встает. Тело Христа поднимается, и ты Его организм. Только в теле будут сверхъестественные чудеса. Только в теле здесь. Во имя Иисуса.
Мы провозглашаем здесь, на этом месте, тело Иисуса. Зарождается новая церковь, новое строение, новая сила, новая слава. И не важно, какой процесс физически ты сейчас имеешь. Ты есть Дух сейчас. Ты есть жизнь. Жизнь во Христе. Святой сейчас выбивает тебя другим звуком, не настолько привычным, который звук вел тебя с детства, всю жизнь, но сейчас Дух разворачивает. Он хочет, чтобы ты понял. Когда идет звук этого мира, ты совсем думаешь о другом. Сейчас этот звук не позволит тебе ни о чем думать. Он просто будет тебя отсоединять. На духовном уровне. Духовный процесс. Все уже свершилось. 2000 лет назад. 2000 лет назад. Все свершилось. И мы не изменим историю. Никак. Никак. Ты уже ничего не изменишь. Тебе нужно или поддаться процессу. Войди. Или стать. Обсуждать эти молитвы, потому что здесь глубже, здесь сильнее, здесь в духе. Ты уже дошел, но там религия тебя поймала, которая заставляет тебя исполнять праздники, субботы. Но кто тебе сказал, что сегодня воскресенье — это воскресенье? Сегодня суббота. Сегодня суббота, и мы исполняем план Бога. Мы принимаем Тебя, Иисус. Я принимаю Тебя своим Спасителем. Я принимаю Тебя, Иисус, своим Победителем. Только с Тобой, только Твоей кровью я буду исцелен. Я буду освобожден. Я войду туда, кем я рожден. Я хочу осознать, кто я есть внутри. Кто ты? Кто ты? Отец, покрывай кровью Иисуса Христа. Покрывайся с верой. Пусть приходит жизнь сейчас. Ты знаешь, Иисус касается тебя этим звуком. Потому что ты звук, ты и слово. Сейчас все приходит в жизнь. Жизнь! Сохрани! Сохрани этот момент! Сохрани это событие! Сохраняй живое в себе! Даже если ты потеряешь по своей глупости, сохрани живое, сохрани веру, сохрани совершенство крови Иисуса.
Христа. Даже если ты потеряешься завтра, но у тебя живое в своем сердце. Вот поэтому Писание говорит, в сердце и в разуме должно быть что-то живое, чтобы ты всегда начал восстанавливаться. Воздай Богу славу. Скажи: Бог, я живой. Я прикасался к живому, и я буду жить, 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 жить. Все, кто будет ко мне прикасаться, они будут оживать. Там, где я буду, будет жизнь. Там, где я буду открывать свои уста, будет жизнь. Вот для чего ты рожден. Вот для чего ты рожден. Живи!